יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום. Sosesis ba Adonai, ki hil mishani
בבני ישע סוס הסיס, סוס הסיס באדוני. אדוני, אלוהי, ישוע. מוי הסבות, תימוי בוק, ישוע. Радостью возрадуюсь я о Господе, и возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он одел меня в ризы спасения. Радостью возрадуюсь я о Господе, ибо Он одел меня в ризы спасения. Радостью возрадуюсь я о Господе. Ишуа, мы любим тебя, о ты Ишуа, спасение Израиля. Ишуа, мы славим тебя, Господь Ишуа, мы любим тебя, о ты Ишуа, спасение Израиля. Ишуа, мы славим тебя, Господь Ишуа, мы любим тебя, о ты Ишуа. Поздравляем вас с 50-летием. Вы за эти годы успели и преуспели в вашем служении Богу и людям. Желаю вам дальнейшего роста в этом труде. На память вам хотим оставить первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 и 4 стих. Здесь такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью. И мы еще от себя хотим добавить вам». Пусть ваш свет светит так сильно, как свет Хануки. Хак Самреах. Галя, Саша, Трофимовы. Виталий. Шалом, Шалей Цион. Поздравляем вас с юбилеем. Мы очень рады, что вот уже 10 лет Шалей Цион существует. Но немножко грустим, что мы далеко, потому что уже 5 лет мы здесь. А также хотим поздравить вас с Ханукой. Мы очень рады, что мы хоть каким-то образом можем быть с вами. Очень скучаем за вами, и, может быть, в скором будущем, Бог даст, увидимся. А пока
Божьих благословений и мира. Love you. Bye. Wait. About you me. Say, you say. Okay, go. Okay. Hi. Happy Hanukkah. Happy anniversary from all of us. Yes. And we wish the best for Shabbat Zion. And we hope that you have more years to come. And we love you and we pray for you in Yeshua's name. And God bless you. Shalom. Bye. Happy Hanukkah. Дорогие наши израильтяне, примите горячий привет из холодной Канады. Мы поздравляем вас с десятилетием образования вашей общины. Мы очень рады, что вы возрастаете в общине вашей, что вы очень много трудитесь. Мы наблюдаем за вашим трудом из ваших газет, из разговора по телефону с некоторыми из вас, кто нас помнит, кто нас знает. И желаем вам дальнейшего возрастания, и пусть вас Господь благословит, поможет в ваших начинаниях, в ваших желаниях, в ваших задумках. Я тоже вас поздравляю всех. Я помню тоже, как мы стали, приезжали. Нас очень мало было тогда в этой общине. Но дух был крепкий у нас, дух был бодрый. И потому мы с радостью ехали туда. Потому что молитвы были у нас хорошие, проповеди хорошие. В общем, благословил Господь еще с самого начала эту общину. Слава Ему. И поздравляю с Ханукой вас. Вот, и пусть Господь благословит вас и всех вас там хранит. С Богом! Bye. Bye-bye.